Привет, зрители и подписчики канала Малыш Футболист. Итак, очередные испытания будущей звезды. Пытаемся поймать звезду игроков из одной лиги 5, редких 11. Общий рейтинг команды 69. Здесь, соответственно, у меня чемпионат Германии, чемпионат Испании, чемпионат, соответственно, Англии. И дается набор золотых игроков не для продажи. Так, сыграно 75, у меня получилось 86, потому что у меня игроки в основном не покупные из наборов. Все время, почти в каждом видео напоминаю, что это максимальная сыгранность. Если у вас своих игроков покупаете и хотите собрать такой же СБЧ, как у меня, с такими же игроками, а игроков покупаете, что чтобы была сыгранность такая же, нужно, соответственно, их выпускать на 10 матчей в составе. Да, я решил делать Агуэра, решил собрать Дель Пьера. Я уже его думаю, что к концу этой недели я Дель Пьера точно соберу. Мне осталось выиграть, по-моему, 3 матча в Фут Чемпионсе. У меня будет 20-й игрок для обмена. И это будет Дель Пьера. Да, кто внимательно следит за моим каналом, может быть, думали, что я выберу, да, Рональдини. Я хотел его. Но мне на ЦАП выпал будущая звезда из английского чемпионата. Да, здесь очередная шляпа, ребят, ничего необычного. Вот, и поэтому я решил, что все-таки лучше. Так, минуточку. Нет. Лучше сделаю форварда Дель Пьера. Посмотрел, форварда Рональдини не пойдет. Скорость маленькая. Да, и в принципе по отзывам посмотрел на YouTube. Дель Пьера, конечно, должен впереди тащить. Вот, можно подумать еще. Может быть, так... Тихо. Нет. Слабенький. Может быть, я еще поменяю решение, но уже вряд ли. Я что-то вот настроился на Дель Пьера. Соответственно, соберу... Продам Сона. Потом соберу Агуэра. И у меня будет нападение Дель Пьера, Агуэра. А Сона и Агуэра, которые у меня сейчас, да, претенденты Тоти, я их продам. Получу с них, ну, думаю, хотя бы... 200-300 ката с двух, наверное, я смогу получить. Ну что, ребят, пока ничего не падает. Вы видите, да, что последнее время, ну, FIFA совсем ничего мне не дает. Да, пока шляпа. Давайте еще один наборчик. Опять, к сожалению, ничего. Да, шансов немного. Набор из двух, да, ну вы видите, что я тут понаделал набор из двух редких золотых игроков. Просто попробовать посмотреть, какие шансы в них что-то словить. Ой, ну это обычно Лига Чемпионский, не Валкаут. Ну, потому что сейчас надо собирать Агуэра, и поэтому любой игрок с рейтингом 86 и выше, он в принципе пойдет в СБЧшку в эту и сэкономит мне монет. Поэтому сейчас меняю все на всех, пытаюсь хоть кого-то словить. Ну, сами видите, что как бы... Ничего не ловится. Еще один Лига Чемпионский. Опять обычные. И кто же это? Ай, Дани Блинд. Еще один наборчик. Ничего путного. И еще один наборчик. Ребят, ну вы видите, да, что ничего не дает ИА. Просто ничего. Очередную шляпу. Ну что, ребят, последний нежный набор золотых игроков, один редкий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и играйте FIFA 20. Всем пока. Шляпа.